Я не проверял свой канал на YouTube в течение нескольких дней. Я не могу жаловаться. Я с удовольствием отмечаю, что его посещают многие, интересующиеся красивыми прогулками или трекингом. Английским словом, но теперь частью нашего понимания. Уточняю, что канал не для получения прибыли, а только для того, чтобы дать максимум информации о маршрутах, которые я лично проехал. А также узнать, что есть замечательные места, где приятно провести день, маршруты, которые могут пройти как более опытные, так и подготовленные мной пожилыми людьми, с семьей. С детьми и с нашими четвероногими друзьями. Это зависит от вас, чтобы просмотреть и принять решение, отметив всю информацию, касающуюся путешествия, как добраться до начальной точки. Где парковать машину, карта маршрута, всего километров, степень сложности, общие сведения. Я благодарю тех, кто хочет оставить комментарий, и я желаю вам хорошего ведения. Quel vecchio parlava e la pioggia battiva sui ponti di Amsterdam. Io ero stordito, l'ho forse sognato, ma so che non è così. C'è un continente, una terra altrove. Non è nelle carte, ma c'è, si sa. L'han vista anche gli uomini dalla luna, ma soltanto a chi è pronto si svelerà. Il primo mattino